Сегодня мы решили попробовать суп щапы. Муж и друг не оценили мою идею, так как они больше любят мясо и все такое калорийное, но согласились со мной пойти и попробовать этот супчик. Так как настрою, мы заказали 3 сета с говядиной, один сет стоит 20 тысяч вон. Все овощи и травку, которые нам принесли, нужно закинуть в бульон и варить. Единственный плюс, который увидели мужчины в этом супе, это то, что он свежеприготовленный, здесь много травы и овощей, а значит, он полезный. Также здесь есть селф-бар, где можно взять манду, рыбье тесто, топ, кимчи. Это все тоже можно закинуть в суп и варить. Кстати, мясо очень быстро готовится, всего несколько секунд нужно подержать в кипящем бульоне, и оно уже готово к употреблению. Но мы решили так не мучиться и закинули все мясо в бульон и сварили все за раз. Позже принесли лапшу, она тоже быстро варится, ну, на вкус обыкновенная лапша. Позже, когда мы съели лапшу, убирается основная жидкость и гуща, и туда добавляется рис с тыквой. Все хорошо перемешивают и варят, добавляют желток, и в итоге получается тюк, по нашему ташкентскому корейскому тюги. Получается такой очень разваристый рис, он очень полезен для желудка. И, кстати, тюк нам понравился больше всего. Суп мужчины оценили на 4 с минусом и сказали, что в следующий раз место будут выбирать они.